Всем привет! Сегодня у нас на обзоре очень крутой проект, который называется REX Token. Это первый депозитный сертификат CD, то есть токен на блокчейне Binance Smart Chain. REX также является первым токеном CD, позволяющим легко переводить депозиты, что делает его той самой крутой криптовалютой. Ну и досрочно списывать проценты, да, то есть здесь можно стейкать и забирать свои проценты. Проект действительно интересный. Здесь есть несколько возможностей для заработка, поэтому я хочу поделиться сегодня именно с вами данным проектом. Давайте перейдем на их сайт и познакомимся с проектом более подробно. Я расскажу вам, как здесь стейкать и как здесь можно заработать. Ну что же, вот мы с вами на сайте rextoken.com. Ссылочку я оставлю обязательно в описании, также я оставлю ссылку на их социальные сети, ну и конечно же на Telegram. Есть какие-то вопросы по данному проекту, вы сможете позадавать их в их группе Telegram. Итак, давайте начнем. О чем данный проект? Да, то есть это проект, который помогает нам заработать, как я и сказал, повышение стоимости активов плюс пассивный доход, который нам идет. Вам ничего не надо делать, здесь нет никаких третьих лиц, никаких посредников, никаких бланков, никаких проверок, кредитоспособности, никаких рисков для контрагентов. Ничего такого, да, и его нельзя отключить, то есть это всегда будет ваш заработок, никто не заберет ваши средства, а все это будет только у вас. Здесь у нас написана инструкция разблокировки этого веб-сайта, об этом я покажу, да, как это делать. А также удержание токена REX, да, и ваших, ну, вашего ставки, вашего стейкинга под вашим контролем и дают вам всю ответственность. То есть вы являетесь своим собственным банком, вы храните все у себя, вам не надо никуда отправлять. То есть нет никаких администраторов, нет посредников, никого. Вам не надо отправлять куда-то свои токены, все остается только у вас. Вы используете именно контракт REX без владельца напрямую, да, как пожелаете и в любое время. Было доказано, что ставки окупаются лучше, чем торговля в долгосрочной перспективе для 99% именно всех людей, кто держит криптовалюту. После этого, как ваши депозиты REX будут открыты один раз, наслаждайтесь роскошью и торговлей без остановки времени, наблюдайте за криптографией в течение всего дня. Да, зарабатывайте проценты во время сна. Это очень круто. Итак, первое, что нам с вами потребуется, это, конечно же, наш кошелек MetaMask. Необходимо настроить сеть Smart Chain. Как ее настраивать, я показывал уже много раз, поэтому, конечно, сейчас я этого делать не буду. Настраиваем сеть Smart Chain. Далее нам необходимо с вами приконнектиться. Да, у нас мы выбираем кошелек, которым мы с вами будем коннектиться. Да, нажимаем кнопочку «Далее» и нажимаем также «Подключиться». Все, у нас обновляется сайт, как вы видите, и сейчас здесь откроются различные функции. Итак, у нас сверху появились различные функции. Это информационная панель, аукцион и также стейки. Давайте начнем с самого начала. Во-первых, это информационная панель. Здесь у нас имеются различные аукционы, о которых я вам также расскажу. Как мы видим, сегодня у нас 28 августа 2021 года, аукцион. Мы уже в нем участие не приняли. Большая часть предложенных именно REX создается с помощью ежедневных аукционов в течение первого года. То есть переходим в раздел «Аукцион» и «Принять участие», чтобы зарезервировать часть из 8 639 100 акций, созданных сегодня. К настоящему времени в нем насчитывается около 20 участников. Да, здесь мы видим наш кошелек, также сколько у меня кошельков от REX, сколько REX, сколько MRX, да, и так далее. А можно это все купить, то есть один REX у нас стоит за 1 BNB, здесь же у нас цена другая, их тоже 20 штук, и мои специальные предложения, сколько я всего держу и так далее. Итак, что по токену? Глобальная статистика оборотного предложения у нас такая. Всего REX, поставленного на кон, получается уже 97%, да? То есть вот такое количество получается 1 миллиард 768 миллионов. А REX распределил поставку циркуляции и разделенный REX. Такое количество. Глобальная цена акций у нас, да? 1 REX получается 0,25. Доступно у нас 7927 из 10 000. Ну и так далее. Здесь мы видим статистику глобальных аукционов за прошедшие аукционные дни 69, уникальных участников 972, пользователей провери Big Payday 480 и участников сегодня у нас 20, как я и говорил, да. А всего отправлено такое количество BNB, да, то есть это 1 миллион 107 тысяч долларов. Всего заявленных Big Day миллиардов BNB, да, здесь мы также видим суммы.
всего сгенерировано Rex и так далее. На эти кнопочки нажимаем, добавляем все токены себе в MetaMask, да, чтобы отслеживать. Также здесь имеется реферальная ссылочка, вот она. И если вы, допустим, будете использовать мою реферальную ссылку, вы будете зарабатывать на 10% больше. Также я получу 10% от того, сколько вы вложили. Итак, давайте зайдем теперь в сам аукцион. Ежедневный аукцион, 70-й день из 365. Да, аукцион у нас будет идти целый год, ну то есть 365 дней. Любой желающий может принимать участие, да, то есть сегодня у нас 17:00 по локальному времени, то есть в 19 часов 56 минут 55 секунд. В настоящее время в аукционе участвует 20 участников, они получат свою долю от сегодняшнего вот этого количества рексов. Об этом я говорил, и мы с вами не участвуем, видим этот крестик, потому что мы не поставили сумму. Итак, запуск Rex положил начало аукционной фазе предположительно 356 дней. Каждый день на аукционе выставляется новый пул Рекса, да, то есть любой желающий может их приобрести через аукцион. Итак, как это делается? Ну, во-первых, мы подключили свой MetaMask. Далее нам с вами просто необходимо вписать сумму, да. Минимальная сумма у нас вот такая. То есть мы можем приобрести на нее использование реферального ссылки, да, то есть я давал вам, вы можете сюда ввести и получить свой бонус. То есть ссылочку в описании копируете и получаете бонус. Далее мы нажимаем «Отправить BNB». В MetaMask у нас появляется такая транзакция. Мы нажимаем кнопочку «Подтвердить». И у нас уходит наше BNB. У нас вот грузится, да, как мы видим. Как только наша транзакция обработается, то мы, получается, уже участники аукциона. Итак, вот наша транзакция с вами подтвердилась. Да, то есть мы можем видеть успех. Все сделано. Вот транзакция завершена успешно. Да, то есть мы можем перейти на BSK, но мы только что ее посмотрели. И она здесь имеется. Все, получается, мы приняли сегодня участие, да, как мы видим. И нам осталось с вами ждать вот этого времени, да, 19 часов 54 минуты, и мы получим свои токены. Да, у вас нет реферальных сегодня, но вы приняли участие, да, то есть и здесь мы уже это все дело можем отслеживать. Здесь мы видим прошедшие аукционы, сколько было участников и так далее, да, то есть, ну, здесь каждый день у нас расписан количество рекса, пул в BNB, рекс BNB и так далее, да, здесь мы видим, что участников в среднем одинаковое количество, ну, около там 50-60 человек. Каждый божий день здесь действительно расписан. Начинается это все с 20 июня 2021 года. Что же касается стейкинга, да, в настоящее время у вас нет в кошельке токенов Rex. Возможно, вы захотите приобрести Rex на ежедневный аукцион. Ну, мы с вами приобрели, появится они чуть позже, и тогда мы уже сможем делать стейкинг и зарабатывать и на этом. Вообще у проекта имеется такая очень крутая статья, да, то есть на Medium, я оставлю ссылочку обязательно в описании. Здесь все подробно расписано вообще о проекте, об их идеях, как на нем зарабатывать и так далее. То есть перед тем, как инвестировать, конечно же, советую вам ознакомиться здесь с технологиями, механизм генерации токенов, сколько будет токенов, ликвидность, да, бесплатная ставка Rex для первых 8 тысяч пользователей, ежедневные дни большой зарплаты, реферальная программа, о которой я вам говорил и так далее. Все это здесь есть, обязательно это изучаем. Что по графику, да, то есть мы можем посмотреть на графике. Ну, цена у нас приблизительно в одном диапазоне, был рост, был падение, сейчас тоже рост. Но я думаю, что в будущем цена у нас начнет расти. Рыночная капитализация здесь достаточно маленькая, это 101 тысяча долларов. Я думаю, что здесь имеется потенциал к росту. Рыночную капитализацию такую раскачать достаточно просто. По холдерам у нас сейчас не так много холдеров. 3500, да, то есть это мы тоже с вами видим. А также мы видим, что на панкейке у нас 49,5%. И это тоже очень крутая сумма, почти половина. Ну и, конечно, у них есть так называемый white paper. Здесь очень много информации различной. Ну, такую главную я вам, конечно, рассказал. А так советую со всем этим ознакомиться. Если действительно хотите вникнуть в данный проект, то здесь очень и очень много информации. Обязательно заходим и изучаем. Здесь все по пунктам у нас расписано. О токене, о разных токенах. Да, о токене Trex, о токене Rex, о токене MRX. Что это за такой токен, да, из чего он берется, для чего он нужен и так далее. Все это здесь расписано, ну и, конечно же, советую ознакомиться. То, что еще круто, это то, что проект уже прошел аудит от TechRate, да, то есть Rex Smart Contract Security Audit. Аудит пройден, что проверял, здесь написано, можете это также все дело посмотреть. Ну, если разбираетесь, да, то, что они прошли аудит, это, конечно, тоже очень круто. И это огромный плюс для проекта. Ну что же, давайте подведем итог. Мне проект понравился, я вижу в нем большие перспективы.
Сейчас можно получать токены вот на, этим способом на аукционе. Можно делать ставки, да, зарабатывать и на этом. Мне кажется, что к данному проекту стоит присмотреться. Мне кажется, у него есть потенциал. Поэтому переходим по ссылочкам в описании. Все изучаем, смотрим, читаем их white paper, документацию, медиум и так далее. Мне кажется, что вам он понравится. Ну а у меня на этом все. Я, как обычно, желаю вам большого профита. И всем пока.